Всем привет! Если вы хотите, чтобы баран увидел хорошее качество и красоту Дилан и начал относиться к ней по-доброму, ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. Азаде продолжит мучить Дилан, поручая ей разную грязную работу. Также она будет сотрудничать с Дерьей, чтобы выгнать ее из особняка. Хасан и Ферат снова придумали новый коварный план. Ферат попробует оклеветать Дилан, чтобы баран ее возненавидел и сам выгнал вон. Но правда быстро раскроется, и тогда баран расстроится, что поверил клевете Феррата. Позже у барана будет больше доверия к Дилан, и он разрешит ей общаться с отцом. И скорее всего, благодаря ее усилиям, отец барана пойдет на поправку и сможет снова говорить. И тогда он раскроет всю правду про зло, которое совершил Хасан. Между Али и Зюмрюд будет большое напряжение. Теперь Али знает, что он попал под машину из-за Зюмрюд, и он очень обижен на нее. К тому же его ищет полиция, а Али не хочет попадаться им на глаза, и он просто попытается сбежать. Если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям, тогда обязательно подписывайтесь на канал и не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.